Добрый вечер. Я не умею русский язык песни, но эта песня, я, которая очень понравится. Да, значит, рассказываю предысторию этой песни. Накануне 2012 года Иоанн сказал: «Я тоже хочу что-то сделать на вашем вечере». И мне очень нравится песня «Кайфую». Я не помню название этого исполнителя, я помню. Вот. И мы, я говорю: «Хорошо, мы с тобой выучим эту песню на русском языке». И мы честно ее учили где-то месяц, потому что слова там очень интересные, они написаны восточным человеком. И мне очень трудно было объяснить, например, фразу, что такое «к тебе я сам себя ревную». Или же еще там несколько таких фраз. Я учила русский язык. Да. И мы так учили русский язык. И мы сейчас попробуем вспомнить наш год дракона, да, накануне год дракона. И споем вместе эту песню, я поддержу Юань, слова напомню. Ну что, у нас идет кайф? Там какой-то это, да, Петросов, точно. Угу. Давайте, сейчас мы с тональностью бы только нам попасть. Сейчас попробуем. А вы споете, да? Да, да, я спою. Ну, можете поехать. Кайфую, сегодня мы с тобой кайфуем. А я пяти тебе сую и забываю обо всем. Тебя я знаю.
молодец, потому что не всякий присутствующий мог бы так спеть на китайском. А да? я считаю, что если бы у нас были представители книги рекордов Гиннесса, они бы внесли юань туда, потому что это первый китайский человек, который поет кавказскую песню.